Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение моего прохождения челленджа Апокалипсис. У нас суббота, 7 утра, и наша Алиса отправляется на работу. К сожалению, вот такая вот грустненькая, но я надеюсь, что это ей не помешает нормально там прокачаться, потому что, ну, за сегодня-завтра она должна выбить свое повышение. Это прям супер обязательно. Давай, пожалуйста, будем упорно работать, вот. В общем-то, что у нас происходит нового дома? Ничего особо не происходит, да, Джулия у нас ухаживает за какао, как вы можете заметить. Вот, сейчас мы ее покормили, вот, и, кстати, подоить ее надо будет. Я что-то совсем забываю про это иногда, если честно. Да, также сейчас будем убирать все вот это великолепие с нашего участка. Симы ведут себя, надо сказать, отвратительно. Они абсолютно меня не слушаются. Я не знаю, это из-за нового типа участка или из-за чего. Но вот я просто даю им действия, да. Они меня вообще не слушаются. Они просто отменяют их, и все. Вот делай, что хочешь, но они отменяют эти действия, и все. Тренировать удары, пожалуйста. И они почему-то не могут у меня никак подавить этих кролей. Вообще ни у кого не получается. Может быть, у тебя хотя бы получится? Нет, не можешь ты на него наступить. Все боятся прям до какой-то сумасшедшей степени. Вот, прям вообще ни у кого не получается. Ни у Джули, ни у кого. Вот просто. Просто какой-то кошмар, если честно. Так, у жуков у нас кормить. А, понятно, надо покормить. Да, кормить сверчков и кормить, вот, кормить червей. Все. Да, я думаю, что, учитывая то, что у нас сейчас выходной, что это у вас тут такое происходит интересное. Ладно, давайте не будем на это обращать внимание. Учитывая то, что у нас выходной, то... Ой-ой-ой! Вот этого я не ожидала, конечно. Ёлки-палки. Слушайте, как хорошо, что я запись не выключала. У нас Джулия стала только что старенькой. Прямо на ваших глазах, да. А, боже мой, Джулия старенькая, что делается, что делается в этой игре, капец, просто капец, да, скажи, Джулия, что-то как-то грустновато мне в этот раз отмечать день рождения свой, ну, а что поделать, давай, пожалуйста, попробуем наступить, да, я хотела сказать, что мы сейчас попробуем прибрать этот притон, да, у нас теперь есть, в общем-то, помощников целая куча, слушай, может, тогда это и этого, нет, этого ты не можешь раздавить, понятно. У нас теперь тут целая куча помощников, поэтому будем пытаться привести дом в порядок. Надо нам заняться стиркой, потому что, как вы можете заметить, у нас прям все очень плохо. Так, нет, ну просто, нет, ну вы посмотрите на нее, она... Вот что такое? Вот что это такое? Я не могу никак понять. Слушайте, как меня это раздражает. Просто-напросто отменяются действия. Она даже... Нет, она, слава богу, хотя бы начала что-то делать, но это же просто нереально. Ты что хочешь? Что ты хочешь от нее? Поболтать с Ракель? Не трогай. Не трогай, бога ради. Пожалуйста, если тебе так нечем заняться, пожалуйста, вперед. У меня для тебя целая куча занятий. Очень интересных занятий. Вот, сменить воду, заниматься стиркой, стирать в корыте. Все, давай, вперед. Я ничего не знаю. Да, а Джулия у нас... Джулия, кстати, у меня тут хотят все есть, но у нас еще, если что, есть молоко, в принципе, это не так страшно, но я думаю, что мы по традиции отправимся ловить рыбу, вот, только сначала пускай Джулия придет все в порядок, соберет воду и примет душ, вот, а после этого, в принципе, рыба у Джулии есть, поэтому мы можем, я думаю, приготовить, да, вот, жареную рыбу, и после этого можно будет отправляться уже на рыбалку. Так, Алиса, Алиса, покажи, пожалуйста. А чё так... А, господи, не туда смотрю. А чё так плохо все? А почему ты так плохо продвигаешься? Это из-за плохого настроения, что ли? Слушайте, ну если мы не закроем разнорабочего, это полный трындец будет, ребята. У нее продуктивность так себе. У нее вот... Ну, просто вот завтра, максимум, мне кажется, она должна получить повышение. Потому что у нее день рождения, когда в воскресенье пишет, ну, в понедельник. Ладно, хорошо, у нас, значит, в понедельник
будет день рождения у Алисы, да, через неделю получается, вот. То есть, ладно, еще получается у нас суббота и воскресенье есть по логике вещей, но нет, меня это не устраивает, как-то все очень плохо, если честно. Это, наверное, из-за того, что у нее настроение такое плохое, не знаю, из-за того, что ей грустно. Так, простите, русалки, пожалуйста, давайте, вы не будете нам мешать. Вот скажите, пожалуйста, как вообще с этим бороться? Можно вот как вот мне что, не отходить от тебя или что? Скажи, почему ты меня не слушаешься? Слушайте, я начну сейчас злиться. Я просто-напросто начну злиться сейчас. В чем твоя проблема? Объясните мне, пожалуйста, в чем ваша проблема? Стирать в корыте. Да, я понимаю, ты у нас какая-то там инсайдер вроде, да? Не своя в доску, инсайдер она у нас, да, вся такая деловая колбаса. Давай, пожалуйста, собирай кучу белья и не беси меня. Просто, вот, бога ради, я прошу. Дети, дети мои, пожалуйста, давайте вы меня не будете бесить. Так, мальчишки, вы как с домашкой дела? Никак, вперед, вперед, ничего не знаю, слушайте, вообще. Просто обалдеть. Просто обалдеть, что творится, если честно. Так, ты снова все кинула, конечно же. Давай, ладно, хорошо, я тебя поняла. Положи в багаж. Положи в багаж. Так, тут нигде куч есть. О, слушай, у тебя очень много работы. Давай, вперед. Хорошо, я тебя поняла. Значит, будем как-то обходить эту систему. Будем это все класть в багаж, значит. И вручную все вот так вот делать. Если Симы так не могут, то я как бы подход к ним найду. В чем твоя проблема? Дорогой друг, я тебя отправила делать домашнее задание. Объясни мне, пожалуйста, в чем твоя проблема, почему ты остановился и скинул это действие. И вот так вот, ребята, со всеми действиями, абсолютно со всеми. Происходит? Неужели это из-за этого типа участка? Да я ни за что в жизни не поверю, что он так мешает. Мне кажется, что я, конечно, не знаю, но мне кажется, что у Гули такого безобразия не было, что ты просто даешь всему действия, а они просто тебя не слушаются. Вот почему Джулия меня слушается беспрекословно? Вот может мне кто-нибудь объяснить? А? Вот почему меня Джулия слушается? Давай. Топчи кролика. Спасибо. Спасибо хотя бы на этом. Можно, пожалуйста, тренировать удары? У тебя прекрасные нужды. У тебя мудлеты позволяют заниматься спортом. В чем твоя проблема? Просто объясни мне, пожалуйста. Давай. Давай. Так, ты. Ну, это, конечно, просто нереально так положить в багаж. Кстати, вот эту тарелку надо будет через режим строительства убирать, потому что если вот так вот нажимаешь убрать и помыть, то они ее просто берут и кидают тут же. Вот и все. Так, слава тебе, Господи, выполнено домашнее задание. Аллилуйя, я не могу поверить своему счастью, что ты, дорогой мой друг, выполнил домашнее задание. А можешь, пожалуйста, еще теперь дополнительное выполнить? Так, ты, теперь ты. Я с тебя глаз не сведу. Я с тебя глаз не сведу. Офигеть! Это из-за этих... Обалдеть, ребята! Они просто тупо из-за этих призраков не могут ничем заниматься. Я в шоке. Я просто в шоке. Посмотрите, что творится. Просто тупо скидываются все действия. Где ты? Где ты, гадость зеленого цвета? Просто покажите мне. Как тебе не стыдно? Вот скажи мне, рожа ты самодовольная, тебе не стыдно? Что ты делаешь с моими симами? Объясни мне, пожалуйста. Что ты сделала с моими симами? Нам, конечно, писали, что какая-то сила управляет нашими персонажами. Но чтобы настолько? Но чтобы настолько? Ой, кошмар, ребята, просто кошмар какой-то. Микроконтроль нужен просто как никогда. Ёлки, посмотрите, у нее нос проколот, я даже не заметила. И что, у нее зубы золотые вставлены? Господи, боже мой, дети. Я, конечно, понимаю, что Беатрис у нас криминальный авторитет, ей закрывать преступника, но уже в таком возрасте золотые зубы. Ай, я не могу слышать, это просто ржач какой-то. Так, ребята, у нас вернулась домой с работы Алиса, и давайте посмотрим, что у нее тут.
Ну, такое себе, то есть продуктивность хорошая, вот, ну, навряд ли мы, конечно, завтра получим повышение. Ты что? Получи навык фитнеса, это от стирки, елки. Я уже испугалась, что Ракеля отошла от груши, и Беатрис заняла ее место. Так, ну, навряд ли мы, конечно, получим завтра наше повышение, то есть... Я так полагаю, что завтра мы, к сожалению, разнорабочего не закроем. Вот, потому что, ну, никак тут не получается. Судя по всему, это будет только аж через неделю. Это, конечно, очень плохо. Вы уж простите меня за такие кадры. Но дело в том, что именно из-за этого предмета я заработала себе штраф только что. Дело в том, что у нас был сломан унитаз, и я хотела, чтобы Алиса его починила, потому что на первом этаже у нас тоже был сломан унитаз. Алиса его успешно починила, за что ей огромное спасибо. И я, знаете, уже просто тыкаю очень-очень быстро, то есть, да, микроконтроль просто тотальнейший, симов много, действий много, еще учитывая то, что они их сбрасывают просто каким-то ужаснейшим образом. В общем-то, я случайно, ребят, я, честное слово говорю, я вообще без задней мысли, я просто промахнулась мышкой, и я тыкнула заменить. Не специально, я бы никогда в жизни не заменяла этот унитаз, я хотела, чтобы его починила Алиса. Но я нажала заменить. Я расстроена, потому что это тупо, это, знаете, вот тупо промах, знаете, не туда. Вот реально тыкнул не туда. Поэтому, ладно, что ж поделать? Что ж поделать, я записываю нам 10 тысяч штрафа. Ну, я, с вашего позволения, буду нам записывать не 100 тысяч, потому что, ну, правда, я не специально это сделала. Я даже вот включила запись и говорю вам о том, что я случайно промахнулась, тыкнула не туда, я не хотела этого делать ни в коем случае. Поэтому, да, 10 тысяч, замена унитаза у нас получается не в воскресенье. Вот, нам совсем чуть-чуть оставалось до воскресенья, кстати. Но, тем не менее. Су-су, говорит нам призрак Гидри, да, такой су-су. Здравствуйте, меня зовут Гидри. Ну, этого персонажа я, в принципе, знаю, да, я действительно много видела его у девчонок. Похоже, вам не помешает моя помощь. К счастью, я эксперт во всем, что касается домов с призраками. И не бойтесь, я хороший призрак. Эх, жаль, что нам нельзя с тобой никак взаимодействовать, так что ты нам тут на самом деле особо и не поможешь. Ох, Су-Су. Ну, конечно, Су-Су. Думаю, что мы поладим. А где ты, прелесть моя? Скажи, пожалуйста, на каком из наших многочисленных этажей ты сейчас тусуешься, а? Призрак Гидри. Опа! Здравствуйте! Опа, ты у нас кокетливый. Скажи, какие красавицы тут обитают. Здравствуйте! Приятно находиться в таком доме, скажу я вам. Да, ничего, так ничего. Так... Ой, я не могу. Вот, нравится мне. Нравится мне этот джентльмен какой-то ловелас, не знаю. Эксперт в призрачных делах. Кстати, интересно было бы его оживить, да? Ну, конечно же, не в этом сохранении. Ну, по крайней мере, точно не сейчас. Вот, мне кажется, что персонаж довольно-таки колоритный. Гидри, пожалуйста, вы только тут это не шалите, да? Вы, пожалуйста, наших девчонок-мальчишек не обижайте. Вот, потому что я вас тут нахваливаю. Слушайте, ну прикольный же, согласитесь. Не знаю, что-то импонирует мне этот Гидри. Какой-то интересный. Я надеюсь, что он шкодничать не будет. Я помню, что какие-то... А призраки, они как бы... здравствуйте. А, стакан воды? Ну ладно, ладно. А я уже думала, знаете... Я уже думала, он хочет нашу еду забрать, поэтому я уже собралась ругаться. Но нет. Так, Джулик, давай мы с тобой пойдем хлев почистим, да? Чтобы у нашей какао все было хорошо. А стакан воды, пожалуйста. Кстати, от него такая музыка исходит. Или это от всех призраков так? Мне кажется, нет. Мне кажется, что это именно вот из-за того, что он у нас такой совсем-совсем, скажем так, потусторонний, да? Так что да, развлекаемся вместе с Гидри. Маршал ни разу не приходил пока что, кстати. Интересно, придет ли он вообще? Ну, по сути, должен прийти.
Кстати, если я не ошибаюсь, также вот с приходом каталога Паранормальное, там у нас должна прийти такая дама, какая-то супер страшная, типа, знаете, как аналог какой-то пиковой дамы, как я поняла, да, в рамках Sims 4. Я помню, что видела. Так, нет, 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 до свидания, до свидания, пожалуйста, нас не трогайте, убрать и помыть. Так, нет, ты это никак не уберешь и не помоешь, это мне надо самой тарелку перетаскивать. Я помню, что у Гули приходила там такая женщина, но у нее там висит, как это говорится, комплекс мер, который связан с пакетами на головах и с тотальным ношением пакетов на головах. Поэтому эту даму, в общем-то, невозможно было разглядеть. Вот. И мне, ну, у меня такого комплекса мер нету. Поэтому, знаете, в некой мере я даже ее немножечко жду, наверное. Потому что мне просто тупо интересно, как она выглядит. Да, это, в принципе, все, что я хочу от нее знать. Хотя, вполне возможно, что вы уже могли видеть ее у Светланки, кстати, да. Просто я, к сожалению, не все серии у нее пока что посмотрела, поэтому я не знаю, я не видела. Поэтому для меня это остается таким секретом. Не прошло и полгода, как говорится. В общем-то, я думаю, я сама его вызвала, потому что буквально несколько минут назад я говорила о том, что он не приходил. Но вот он. Вот он, наш маршал Макинтош. Здравствуйте. Он у нас злой почему-то. Маршал, можете ли вы как-то прокомментировать эту ситуацию? Почему вы у нас сердитый? Скажи, что это за мужик здесь? Я не понял, Ангелина, это что такое? Джулия, боже мой, Джулия, объясни мне, что это за мужчина? Скажи мне, что это не то, о чем я подумал. Знаешь, вот ничего тебе я не скажу. Ты Джулию в свое время тоже обижал, так что все, думай, что хочешь. Ну, на самом деле, ладно, я рада его видеть. Но, что я могу сказать? Он у нас злой, и я очень боюсь, что у нас будет пакостничать. Вот, потому что я точно знаю, что есть какие-то призраки, которые могут воровать предметы. Вот. Мне очень любопытно, что это именно за призраки. Я помню, Светланка с ними очень мучилась. По-моему, они там у нее столы воровали или что-то такое. Но у нас, кстати, обеденного стола нет. Да, у нас уже второе поколение. Да, в таком довольно-таки молодом, можно сказать, возрасте. У нас до сих пор нет обеденного стола. Но, может, оно и к лучшему. Здравствуйте. Валут жива. Это вы к нам? Это вы к нам? Точно, это вы к нам. Слушайте, какой интересный персонаж, такой смешной. Ну, заходите, заходите, конечно. У нас дом с призраками, мы всем рады. Скажи, маршал, так я не поняла, то что за нашествие мужиков такое? Я что-то вообще ничего не понял. А вот все, дорогой мой, что хочешь, что и думай, я тебе ничего не скажу. Скажи, что это такое? Почему так не убрано? Давайте я вам хотя бы помогу. Елки-палки. Ну, спасибо, конечно. Ну, спасибо. Давайте, пожалуйста, можете еще пропылесосить. И я, в принципе, тоже буду не против, как бы. У нас тут появилась еще одна барышня. Мадам Зоуи. Или ее младшая сестра. Я не знаю, или уже старшая. Смотрит на наши угодья. На наших жучков-паучков. И думает. Интересно. Боже мой, жуть какая. Ладно, давайте я выйду из табуляции, потому что у меня сейчас мороз по коже. Так, дорогие мои призраки, что вы тут хотите? У вас тут постирушечки, ничего интересного, я так полагаю, для вас тут нету. Няма. Так, тут давайте вы, пожалуйста, не обитайте. Кыш отсюда! Тут у нас спортом будут заниматься люди. А для чего я включилась? У нас же наступило воскресенье. О, аллилуйя! У нас наступило воскресенье. Поэтому прямо сейчас я думаю, что мы с вами закупимся. Так, ребят, в общем-то, наш подвал выглядит сейчас как-то вот так. Конечно, тут просто, знаете, я не знаю, какой-то склад, какой-то хламовник. Немножечко это все напоминает, конечно. Но как смогла, конечно, да. Я прикупила сколько? Получается, два генератора. Я их пока что вот так поставила. У нас почти два ряда. У нас их 7 штук получается сейчас на данный момент. Я еще хотела прикупить 8-й, потом думаю, ладно,
На самом-то деле не так уж много топлива мы получаем, да, для того, чтобы у нас сразу столько генераторов было. Вот, поэтому мне кажется, что 7 штук, ну, должно вполне хватить. И прикупила еще 4 фермы, вот такие вот, поставила их сюда. Итого у нас получается 10 ферм и 7 генераторов. Вот, в принципе, неплохо, мне кажется. Ну, наш мини-спортзал новенький. Что еще сказать? Тарелку перетащила с самого нижнего этажа вот сюда. Ну и все, в принципе. Больше ничего не покупала. А нет, вру, купила еще мольберт. Ну так, на всякий случай. У нас же тут будущий меценат растет. Правда, он еще совсем мелкий. Тут в трусах разгуливает. Но, тем не менее, думаю, ладно, как бы. Не так уж и много стоит этот мольберт. Поэтому почему бы не прикупить? Ну что, друзья, наша Алиса вернулась домой с работы. Как вы слышите по моему голосу. Карьеру разнорабочего мы не закрыли. Да, у нас вот такая вот продуктивность, ну то есть как всегда, да, по известному закону подлости в карьерах 74 нам не хватило буквально там, не знаю, полколбочки для того, чтобы получить последнее повышение и закрыть эту карьеру. Вот, соответственно, до следующей субботы уже получается мы будем просто, получается, прокачиваться, конечно же. То есть будем делать упор на фитнес, я так думаю. Да, девчонки у нас тут вдвоем, кстати, прокачивают фитнес. Вот насколько это возможно, насколько их хватит, так скажем. Будем смотреть, конечно. Вот, но действительно я буду их сейчас заставлять этим заниматься почаще, потому что фитнес у нас в приоритете. Потому что если вот эта вся орава из 5 детей станет маразматиками, то я тут и с ними просто рады не дам. Это будет очень плохо. Ну что, друзья, у нас с вами понедельник, 10 часов утра. На Суланях сейчас не погода, мягко говоря. Да, Алиса у нас тут даже не захотела душ под водопадом принимать, испугалась. Кстати, посмотрите, у нее тут кубики. У нее тут даже немножечко рельеф пресса проглядывается. И вообще, в принципе, мне кажется, что она довольно-таки хорошо похудела. Вот, то есть я думаю, что фигуру мы поправим. Это 100%. Тем более у нас пока что только 5,5 уровней в навыке фитнеса. То есть до десяточки, я думаю, мы еще 100 раз успеем все сделать. Вот, нам только что пришли счета. 1827 миллионов. Вот. Так что я предлагаю прямо сейчас их оплатить. И после этого мы заплатим дань мафии, конечно же. Вот. Да. 1338. Давайте прямо сейчас это сделаем. Так. У нас получается money. Ноль. Мой нелюбимый код, как, наверное, всех апокалиптиков. Вот. Но я надеюсь, что в этом поколении мы этот вопрос порешаем. Все, с мафией рассчитались, все нормально. Так бы мы легко с нашими штрафами рассчитывались, как с мафией рассчитываемся, потому что, ой, штрафов у нас уже ого-го, сколько, к сожалению. Ё-моё, ребята! Что творится? Во-первых, у нас тут сколько энергии, да? Подзарядка. У нас Джулию ударила молнией. Я не успела, к сожалению, это заснять. И, честно говоря, я вообще сама этого не видела. Я ее отправила принять душ под водопадом. Тут началась гроза. И тут я смотрю, она прибегает домой вся черная. Ну, по-моему, летом я уже все поняла. И тут к нам пришел мистер. Это вообще-то мафиози. Лукас Сантьяго, да еще и знаменитость трехзвездочная, да еще и в клубе «Ковалентная связь» состоит. Он пришел к нам, не поверите, для того, чтобы помочь. Ого, у тебя что-то сломалось или мне кажется? Давай-ка помогу. Я, если честно, не понимаю, почему у нас так любит мафия. Ну да ладно, либо любит нас в кавычках. И тут бац, просто, вот просто я смотрю и ой-ой-ой-ой-ой. Бедняжечка ты моя, слушай, мне так жалко его аж стало. Ну, да, господи. Вот только посмотрите на эту рожу. Слушайте, это же так опасно. Если его шибанет второй раз, то он же умрет. Я этого вообще не хочу, тем более такой сим красивый. Да, это Лукас Сантьяго, я знаю этого парня. Он из мафиозной семьи. Эту семью для меня создавала моя подруга. Вот. Она мне скинула своих персонажей для челленджа Апокалипсис. Господи, боже мой!
Ты в порядке? Слушай, мне аж как-то, знаете, страшно стало, если честно. Слушайте, я надеюсь, что реально с ним все будет хорошо. Дружище, иди домой, бога ради. Я вот просто умоляю тебя, иди домой, а, пожалуйста. Все, ребята, шикарно. У нас все работает просто замечательно. Мы сейчас заправим все 7 генераторов. Вот, и пускай они нам генерируют электричество. Привет! А ты что тут делаешь? Ты у меня прибраться хочешь? А, ну конечно, кому нужна уборка? Поиграться надо. На гидре у нас все заливает, знаете. Предыдущую всю ночь он у нас так. С гидре нельзя болтать, нельзя. Всю предыдущую ночь он у нас простоял возле могилки маршала и проплакал. Вот ей-богу, целую ночь стоял и плакал. Вообще, такое душераздирающее зрелище было, если честно. Вот, а сегодня он у нас просто закидывается водой. Так, отлично, у нас все 7 генераторов работают. Слушайте, красота, какова красота. Это хорошо. Джулия, солнце мое, давай, пожалуйста, я хочу, чтобы ты помылась, вот, потому что... Да, кстати, что там с нашим соседом? Слава богу, он ушел, боже мой, потому что я за него очень переживала. Да, ребята, я думаю, кстати, что мне кажется, что уже очень длинная серия получается. Так, кто мне там в телефон рубится? Никто, слава богу. Поэтому я думаю, что буду на этом заканчивать. Спасибо всем огромное за внимание, за то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч. Мы увидимся с вами совсем скоро. А пока что, всем пока.